Казахстан будет наращивать объемы добычи углеводородного сырья, в частности нефти, считает эксперт Казахстанского института стратегических исследований. По мнению Бекшана Садыкова, диверсификация поставок нефти – вопрос стратегический для нашей страны. Он предполагает, что сейчас все силы будут брошены на модернизацию и усовершенствование действующих путей, как морских и железнодорожных, так и автомобильных. Наращивание мощности по добыче начнется именно с месторождения Кумколь, по его мнению. Президент четко обозначил те узловые маршруты, которые требуются на сегодня укрепить, это модернизировать. Это, допустим, связь Атырау с Кумколь. Кумколь – это одно из крупнейших, входит в топ-15 крупнейших месторождений Казахстана. Если не ошибаюсь, начальные запасы составляют порядка 280 миллионов тонн нефти.